Гюнор. Это вам? Вы образец для подражания. Говорят, вы любите истории. Я знаю одну. Я внемлю. У меня не было привилегий, как у сестер по оружию. Мне не было суждено величие. Моим отцом был бедный трактирщик. А если по правде, то и не отцом вовсе. Меня младенцем подкинули ему в трактир. Жизнь мало что мне уготовила, но у меня было преимущество. Я никого не боялась. Если кто напрашивался на сломанный нос, я не раздумывала. Конечно, я влипала в неприятности. Зато научилась здорово драться. Пока довольна. Потом продолжим. Продолжай. Так вот, я росла маленьким сорванцом. И в любую драку я летела первой, сломя голову. Может, с Асгардом что-то не так, но там всегда кто-нибудь где-нибудь махал кулаками. И мне нравилась эта суматоха. В ней я чувствовала себя живой. Я летела по жизни без страха и в целом без здравого смысла. За мной закрепилась определенная слава, и это обернулось бедой. Один скандально известный задира, которого я высмеяла, решил меня выследить. Было несложно узнать, кто я и где живу. Он решил проучить меня. Идите дальше, потом расскажу, что было. Итак. Так вот, тот обиженный задира. Он заявился к нашему трактиру в ночи и швырнул в окно бутылку с огнем. Дом мгновенно вспыхнул. Этот трус думал, что я сплю, но, к счастью, я только возвращалась домой. Я видела, как пламя охватывает спальню моего отца. Но я никогда не предавалась сомнениям и не собиралась начинать. Я бросилась в огонь и вытащила его. Не скажу, что мы были невредимы, но мы были живы. Я и раньше себе на беду была зла и бесстрашна. Но теперь... Я бросилась в логово этого урода, одна против всей его банды. Честно говоря, я не надеялась выйти живой. Но я не только сохранила жизнь... Еще и получила работу. Но об этом в другой раз. Продолжай. Я билась насмерть с подонками, что спалили трактир моего отца. Внезапно послышался шелест перьев. И передо мной явилась сама Сигрун. Еще не королева, но уже лучшая воительница в рядах валькирий. Благоговение охватило меня, а она была изумлена. Жестокость, которую она учуяла, привела ее не на поле с доблестно павшими, а в какую-то нору в трущобах. Я извинилась, что отправила в Вальгалу столь недостойные души. И тогда Сигрун предложила мне пойти под ее мощное крыло. Но об этом после, хорошо? Продолжай. Сигрун, величайшая из валькирий, увидела меня в бою и разглядела во мне талант. Хотела взять меня на воспитание в сестринство, но я не была уверена. Жажда насилия — это одно, но служить высшей цели? Под свою ответственность выбирать павших? Мне? Гюн из гнилого переулка? Впервые я засомневалась. Я не могла в это поверить. Но Сигрун убедила меня выкинуть из головы все, кроме дела. Дисциплина и концентрация помогли мне отточить каждый навык. И так я узнала, на что способна. Сами результаты были мне наградой. У меня открылись глаза. Но я закончу в другой раз, ладно? Молви. В прошлый раз я рассказала, как Сигрун помогла мне усмирить гнев и обрести мастерство. Я тренировалась с ней, со своими сестрами, и понимала, что здесь я расту, и здесь мое место. Но часть меня все же считала, что я этого не заслуживаю. Соратники, цели, смысл — все могло стать моим. Если я победила бы единственного врага, которого боялась... Ты сама. Вот именно.
Я должна была забыть о том, кем мне никогда не стать из-за своего происхождения. Когда я сосредоточилась только на своей цели и пути к ней, то смогла добиться победы над собой. Но вы все это знаете и без меня. И дело не в том, что впереди еще больше испытаний, препятствий и задач. Я хочу сказать, что понимаю, почему вы здесь. И желаю вам удачи. Спасибо, Гюнр.